Так... Это что еще было? Всем привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск V-Rally 4. Как я говорил, в этой серии мы с вами поедем в новый чемпионат и начнем. Здесь будет 4 заезда. Здесь будет и США, и Япония, и Россия, Сибирь, и, кажется, Кения. Но я могу ошибаться. Итак, сейчас у нас национальный парк Секвойя, США. Достаточно длинный спецучасток, практически 10 километров. В основном асфальт, но также есть 8% гравия. У нас BMW M3. Погнали. О, слушай, прикольно, здесь достаточно красиво. Вот нам сейчас показали асфальтную часть и вот гравий. Блин, ну декорации здесь шикарные, конечно. Смотри, какой перепад высоты, и главное нам будет вот туда вот не свалиться. Все 4 этапа проехать в одном выпуске. Боюсь, что выпуск окажется достаточно большой. Да ладно! Право 3, да ты, блядь, шутишь, это почти шпилька была. Воу-воу-воу! Так, шикана. Готово, шикана. Да. Я не знаю, что там такого случилось, но... Что-то мы задели. Задели так, что... Машину там просто... В хлам разбили. Повреждения здесь хоть они и реализованы, но они... Ну так себе, откровенно говоря, выполнены. Давай, 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 вот можно, 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 можно. О, тручник даже не нужен мне здесь. И мне это не очень нравится, конечно. Я люблю пользоваться ручником, но здесь вот такая физика, что мне кажется, здесь вообще можно без ручника обойтись. Слушай, вот это мы разогнались, конечно, нехило. Все, 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 выключайте дворники, они меня отвлекают. Шикана, шикана опять, я ее уже запомнил. Наконец-то, наконец-то я прошел дальше этой гребаной шиканы. Не, все-таки в некоторых поворотах там без ручника вообще не обойтись, да? Опять, что ли, это место? Что там за кочка такая? Ладно, главная тачка цела, давай включим свет. Так, так, так. Да ну, чувак, ну это... Практически там не было этой шиканы. Наконец-то асфальт. Ах ты черт. Асфальт, и надо привыкать к новому покрытию. Здесь машина ведет себя совсем по-другому. И мне что-то не нравится, как она едет по асфальту. Я не думаю, что у меня есть какие-то повреждения, но... Блин, если кто смотрит Gran Turismo Sport, вот она сейчас на асфальте ведет как переднеприводная Audi TT себя. Ой-ой-ой, какой скрип-то. Куда, 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 куда? Непонятные эти шиканы. Первый раз я здесь еду. Не-не-не-не-не, давай без ручника, давай постараемся пока как-то... Слушай, прикольно, такие затяжные, очень затяжные повороты! И куда? Да ты шутишь, куда? А-а-а! Вот дебил, блин! Не услышал я нашего штурмана. Потерял вообще вагон времени сейчас я. Но может быть как-то сможем нагнать упущенное время. Ой, удачно я затормозил. Keep left in the right four and left six.
Что это такое? Это что, разветвление дороги? Типа, можно и там было проехать? Я не привык к такому в ралли. Так. Блин, ну, штурман просто прикалывается. Но повороты на 3 у него явно какие-то не те. Ну, потому что там они гораздо резче. Ну все, 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 я раскис, и начало меня мотать, как дерьмо, блин, по всей дороге. А вот случилось то, чего я боялся, я перегазовал. И? Да ладно, я все равно на 2 секунды впереди, да как такое может быть? Не пойму, что здесь со сложностью, но ее явно надо повышать. Потому что либо это у нас, это BMW, она просто топовая, возможно, в своем классе, я не знаю. Потому что на Форде мне было тяжеловато, а здесь... А в этой группе на этой BMW, ну, достаточно легко. Но не научился. Я не научился на ней управлять на асфальте. И, блин, бесит меня, перегазовываю я очень сильно. Грёбаный задний привод, а? Ну, здесь длинный джимхани, нам вот это... Вот этот свист и... Пробуксовка, она нам нахрен здесь не нужна. Ой, прикольное освещение здесь. Очень я недоволен. Но я попробую в следующей гонке повысить сложность, потому что я откровенно плохо еду, и все равно впереди мне так не нравится. Блин, ну очень, это очень длинный спецучасток. У меня всегда проблемы в ралли с длинными спецучастками, потому что, ну, надо хорошо его знать, либо просто очень внимательно слушать. А ты вот, когда вот так еду, как я, когда я еду с вами, разговариваю, обязательно будет момент, где я не услышу штурмана, я отвлекусь на что-то, и, ну, без ошибок практически невозможно его проехать. Right 4 and the left 530. Right 5 100. In the hairpin left 100. Ну я хер его знает, но на асфальте все же ручник не нужен. Что в дёрт-ралли он особо не нужен был на асфальте, что здесь? Ну ладно, вот такие вот моменты он нужен, потому что я уже просто... Да выключит эти дворники, мы уже давно едем по асфальту, нахер они нужны? Очень плохо проехал, мне не понравилось. Но, тем не менее, первое место у нас и... Следующий заезд я поставлю сложность повыше, потому что... Мне кажется, что-то чересчур легко. Кения, мы здесь уже катались в прошлом выпуске. Не понимаю, в чем прикол. Ну все, это конец. Этот мини разве в моей группе? По-моему, нет. А, у нас третий заезд. Наконец-то Япония. И самое сладенькое у нас будет Россия. Асфальт опять 9,5 километров. Воу-воу-воу! Блин, это очень коварное место. Там... Вот здесь пройти гораздо проще, а там был этот, как его, рельс, и получается тачка подпрыгивает и... Ух ты, черт! Что это такое за улочки? Я надеюсь, так не все. Так... Это что еще было? Чё моя машина куда-то уплыла? Вы видели это?
Она просто как будто расплавилась. Тачка реально как будто расплавилась. Когда я этот знак сбил, она такая... Знаешь, и все. Растеклась. Тихо. Главное эти столбы не собирать, потому что а то тачка может расплавиться, как у меня было до этого. Тихо. А, вот он. Пропустил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! In the chicane right and chicane left 30. Right 5 and chicane left. Тихо. Не цепляем. Into right 5 and left 4. Into right 6. And right 3 widens cut 200. Фу! Ну, я надеюсь, самое сложное позади. Какое-то говно получилось. Я говорю, до сих пор не могу понять, как проходить шпильки здесь. Именно в Вирале. Девять секунд. Да ты, блин, серьезно. А я еще сложность хотел менять. Так, а где мост-то? Уже проехал? Ух, пиздец! Нет, все, нормально. Блин, неужели Сибирь будет 10 километров? Воу! Ух ты, прикольно как. Ни хрена себе, скоростной экспресс. Не понимаю, откуда сейчас просадки по FPS. О, я впереди. Нет, фу. Я, главное, не задел этот столб. Я уже начал бояться эти столбы, потому что некоторые из них как будто просто забетонированы в землю. Ух, какая красота-то. Ты посмотри, какая красота. У меня здесь видеокарта не сгорит. Очень много здесь текстур. Куда? One. Пропустил. Блин, не успел. Я засмотрелся. Блин, да какие же крутые спецучастки. Давай. Порядок. Да сука, еще ехать и ехать. Вновь я отстаю на одну секунду. Я не удивлюсь, если здесь есть какие-то заезды по... в Китае, на китайской стене. Прикольный был звук. Так, нам надо включить. Немножко стекло засралось. Все, нормально. Так, еще немножко осталось.
Right six tightens to four long. And left four. Ну вот здесь вот я себя комфортно чувствую, здесь в принципе несложно. Жесть была, конечно, в городе, а здесь уже легко. Очень широко, дорога широкая. Ну, блин. А ботам, походу, похеру, они что в городе с одной скоростью едут, что здесь. And hairpin right. And right four. And hairpin left 50. Ай, надо было на первый. Chicane right 30. Left four. And right 330. Left 430. Caution right four short into left 330, right six, and left six long. Ху, блин! And left five. У меня уже рука устала. Hairpin right long open. О, это было рано. Break left two. Но лучше рано, чем поздно. Да, здесь что-то Не знаю, надо с графикой посмотреть. Что-то этот этап прямо у меня сильно тормозил. Не знаю, что будет на записи. Надеюсь, на записи все будет хорошо. Блин, рука затекла. Постоянно я его держу вот так на весу. У меня коробка достаточно высоко. Она все же должна находиться пониже. Но так как у меня кокпит специфический, то... Блин, ну музон шикарный. Но он на самом деле... Музон крутой, но он здесь один и тот же. Он уже вот начинает мне надоедать немного. Ну что ж, вот мы и закрепились на первом месте. 51 очко у нас против 49 у Мияко Ямамото. Слушай, это был японец. Он явно здесь должен был быть первым на своей родине. Итак, у нас последний час заезд в Сибири. Смотри, как заледенела наша тачка. Так, давай отремонтируем ее и попробуем проехаться. О, ну хоть здесь у нас 7,5 километров. 100% снег. Сюда, сюда. Да. Слушай, пошел-ка он нахуй, блядь. Ну, где здесь на 3? Вот вы мне объясните. Ну, это, блядь, по-вашему, на 3? Ну, посмотри, ну, это поворот 90, сука, градусов. Ну, где это поворот на 3? В каком, сука, месте это поворот на 3? И где у нас в Сибири такие спутниковые... Какие-то тарелки там стоят. Ну, блин, меня это очень сильно бесит. О, смотри, здесь какие тачки. Слушай, да это девитос. А, восьмерка на гусеницах. У них такое представление о Сибири. Сомневаюсь я, что там люди на таком транспорте катаются. Ой, блин, бесит. Поедем с видом все же с капота, потому что, ну, штурман никакущий. Просто, он такую чушь несет. Поэтому он даже хуже, чем в Dirt 4. Это самый худший штурман из всех, что вот я играл. Какие ралли я бы не играл, это вот самый худший штурман именно здесь. Но я вряд ли, конечно, что-то увижу особо здесь. С таким видом. Некоторые... Здесь очень-очень много слепых поворотов. Ну, надо просто так сильно не гнать. Да баба опять это стоит там. Да, но помню, как я частичку этого спецучастка проезжал на Форде в предыдущей группе. Было не так весело. На Бэхе здесь, конечно, можно раздавать как следует. Можно газку поддать. Мама, не горюй.
right 3-100, and left 6, into right 4 short, and left 4, into brake, hairpin right into left 3, right 4 into kink. Отлично. Спокойно, вот не нравится мне, что здесь так легко можно без ручника это все дело проходить. Я вот чисто как-то инстинктивно дергаю ручник порой, потому что привык к нему в дёрт-ралли. Там шпильки без ручника, мне кажется, вообще хрен пройдешь. А здесь он во многих поворотах, во многих шпильках этот ручник здесь даже не нужен. Вот самая неприятная часть. Здесь мне не видно. Мне ни хрена не видно, куда ехать. Вот куда? Куда? Сюда? Да. Фу, блин, вот просто наугад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, я хотел немножко срезать, а там видал, какие бугры были. Вот это прикольные шиканы здесь. Очень необычно. Поворот на 90 градусов налево. Right 4, and chicane left, and a square left 30 over bridge. Отлично, залетел. Ой, очень узкий мостик. And jump into left 6. Не сым, не сым. Right 4 over bridge. Дальше не сым. А вот здесь можно и тормознуться. Right 3 over jump and keep left over bump. Да, чуть-чуть раньше надо было тормозиться. Вот видишь, опять залетаю сюда легко. Просто закидываю сюда машину, и ручник вообще не нужен. And right four. Так, вот я сейчас чую, мы в горочку поднимаемся. В горочку обычно попроще, потому что здесь гораздо проще оттормозиться. Ух ты, черт, я не готов был к такому прыжку. Слушай, ну я не перестаю удивляться здесь все-таки этим спецучасткам. Какие же они крутые. Ой-ой-ой, да ты же сказал направо 3, я думал, уже. Вообще почти остановился. И финиш. Нормально. Доволен, в принципе, как я проехал. Ну что, на этом у меня все. В следующей серии, я думаю, уже у нас будет Джимхана. Я себе купил Хонду, но мне она вот вообще ни хрена не нравится. Я хочу, может быть, без записи пройти еще немножко, заработать 50 тысяч и купить себе уже Mitsubishi Lancer Evolution 10. Он уже выглядит здесь поприкольнее, и это категория экстремальной Джимханы 2. И сейчас мне доступна уже экстремальная Джимхана. Я так понимаю, либо это Нигерия, либо я знаю, есть река Нигер. Либо это просто охрененный перевод. Написано Нигер. Это что это такое вообще? Я не знаю, может быть я что-то путаю, но это, наверное, сокращенно Нигерия все же. Хотя нет, Малайзия вон целиком написано. Что это? Может быть... Ну, у меня хреновые познания в географии, так что я могу что-то путать. Если что, поправьте меня в комментах. А на этом у меня все, друзья. С вами был Кус. Вы были на канале Кус Кус Рейсинг. И до новых гонок. Пока.